Всем привет, с вами Александр Птичкин, основатель сайта multiroki.ru. Перед тем, как начать сегодняшний ролик, давайте посмотрим небольшую видеопрезентацию. Как вы помнили, в этом ролике мы представляем вам очередного персонажа, а точнее разные тела персонажей, которым прилагаются более сотни частей тела разных персонажей. То есть мы можем взять какой-то набор костяной скелет и на него насадить разные руки, ноги, тело, головы, глаза, бороды, волосы. То есть все что угодно и собрать абсолютно любого персонажа. Каждой части тела персонажа от 50 до 100 вариантов сделан. То есть вы можете создать абсолютно любого персонажа на основе заготовленного костяного слоя персонажа. Давайте разберемся с тем, что мы вам предлагаем. Итак, если я удалю отсюда все, смотрите, у нас есть заготовленные костяные скелеты, которые полностью работают. Например, человек в костюме, ну, в таком, в обычной куртке, здесь более официальный костюм, здесь пляжный чувак и в пиджаке. То есть разные варианты костяных скелетов. И на них мы можем насадить абсолютно любые головы, волосы, брови, руки, ноги. И давайте соберем с вами на примере этого какого-нибудь персонажа. Итак, вот у нас части тела персонажа. Давайте каждую из них добавим. Начнем с бороды, например. Перетаскиваем слой бород на окно программы и говорим «импортирует все». Да, импортирует все. Итак, у нас появились бороды, закидываем сразу в костяной слой. И борода, естественно, слишком большая, потому что, ну, непонятно, какой размер персонажа, поэтому и импортируем заведомо большего размера, а потом уже уменьшаем. Но пока без бороды головы нет, поэтому давайте сначала голову все-таки закинем. Итак, голову. Также перекидываю на окно программы голову. Я что-то подумал, что голова уже есть. Итак, голова есть. Передвигаем ее на соответствующее место в голове. И, естественно, она слишком большая. А может, она по стилизации у вас будет большой, откуда я знаю. Поэтому слои нарисованы заведомо больше. Уменьшить-то можно. Увеличить бывает иногда нельзя. Итак, выбираем такую голову. И выбираем этот слой и жестко завязываем инструментом привязки костей на слой с головой. Вот таким вот образом. Теперь борода. Все то же самое. Раз у нас появилась голова, то и пора бородой обзавестись тоже. Итак, вот такая борода у нас будет. Делаем такого рокера себе, например. Итак, кстати, если вы перейдете к головам и нажмете правую кнопку мышки, то тут еще три вида разных голов. Вот, например, такая голова и вот такая. Ну, давайте, наверное, даже вот на такой остановимся. Что касаемо бород, сейчас мы их раскроем и тоже прокрутим несколько. Как вы видите, здесь 25 разного вида бород. Можно взять такую. Естественно, их нужно немножко масштабировать в соответствии вашего персонажа. Вы можете с легкостью изменить ей цвет, но самое главное, что здесь все формы, по сути, уже сделаны. То есть перечислено очень много вариантов. Ну, давайте, например, на самом первом я все-таки хочу рокера доделать. Итак, следующий вариант – это прически. Тоже перекину на окно программы. Программа говорит, да, импортирует, импортирует все. Этот слой оказывается сразу в костяном слое. Вот они прически, их у нас здесь 60 штук. Ну, отлично, 60 причесок. Итак, перетаскиваем слой с прическами наверх. Уменьшаем по размеру соответствующие головы и насаживаем на персонажа, например, вот в таком ключе. Давайте пробежимся, посмотрим, что у нас там еще есть. Смотрите, у меня вот даже в экран компьютер не влезает, и получается два столбика набора причесок. Ну что, давайте на этой остановимся. То есть их очень много, в презентации вы это все видели, вы можете просто замедлить этот ролик на ютубе и еще побольше приглядеться к тому, а какие прически, а какие бороды есть. То есть я не буду тратить время от урока и перечислять это все. Если бы можно было в аниме-студии нажимать кнопку вниз и вверх, и бы промотать. Ну, я бы промотал, но вот так вот это мучение, конечно. Итак, делаем рокером. Продолжаем делать рокером. Ему нужны глаза, конечно. Как же без глаз? Глаз там вообще дофига. Итак, открываем программу. Глаза заведомо большие. Кстати, обратите внимание, глаза нарисованы в растре. Поэтому это максимально крупный план. Но я думаю, что это не только крупный план, это уже детальный план. Такие глаза вам не понадобятся. Поэтому растер вы можете смело уменьшать, а больше, чем так увеличивать, я думаю, что даже не обязательно. Итак, уменьшаем глазки, выставляем на персонажа. Итак, зумируемся, ну и вот получается вот такой вот интересный персонаж. Давайте тоже раскроем глазки, посмотрим на количество фаз. Давайте еще поближе немножко их, вот. Итак, разместили, раскрываем слой с глазами, 103 штуки.
Ну, я думаю, что не стоит перечислять все. Вы, опять же, презентация, вот видите, здесь два списка. Если правой кнопкой мышки нажать, можно выбрать вот два списка глаз. Давайте вот, например, такой. Итак, не забываем, что глазки нам нужно также жестко привязывать к кости в голове. Все на кости в голове завязано. Вы прекрасно знаете, как создавать костяных персонажей по базовому, одному из базовых уроков, вот в создании персонажа, он находится самый первый. Вот эти два подряд тоже важные, но все-таки это самый подробный урок по созданию костяных персонажей. В нем рассказана база. Посмотрите его, чтобы правильно собрать персонажа. Но я сейчас вот в принципе с вами прямо в режиме реального времени и собираю. Поэтому глазки завязали, прически мы забыли, поэтому тоже сажаем сюда, на голову. Бороды тоже посадили, и сама голова уже привязана. Хорошо, нам нужны кисти и ноги. И все, наш персонаж готов. Итак, обувь. Добавляем сюда обувь. Она заведомо большего размера. Обувь у нас нарисована тоже в растере. Закидываем ее куда-нибудь сюда. Неважно, значение не имеет позиции слоя, то есть под ногой, ну, скорее всего, перед ногой, чтобы перекрывал. Итак, масштабируем до нужного нам размера и размещаем там, где нога. Итак, вот таким вот образом. Вот, по размеру ноги, по размеру костей. То есть вся обувь уже модифицирована. Осталось ее просто взять и привязать. А где за ногой либо перед, это решать вам. Будет ли нога прятать? Ну, давайте вот так вот посмотрим. Вот так вот, например. Так даже будет, наверное, лучше. Только следите, чтобы этот слой случайно из костяного слоя не выпал. Отлично. Теперь завязываем эту ногу на этой кости, потому что через слой проложена всего одна кость, а значит, она требует жесткой привязки. Вот и все. И то же самое мы создаем другую ногу. То есть создаем дубликат этой папки, всей целиком папки. И делаем инверсию, то есть выбираем инструмент перемещения слоя, инвертируем, получаем себе вторую ногу и вот сюда. И наш чувак может быть в разных ногах, например, то есть с разными ногами. Давайте вот, например, одну из ног изменим. Сколько их у нас их там? Ну вот, какое-то количество их тоже есть, 20 штук. Можно здесь ногу выбрать, например, другую, вот такую. Рокерская нога, 14.2XP. Ну, давайте здесь тоже такую же попробуем найти себе. Так, 14... А, это уже была, вот здесь вот. 14.2XP, вот. Ну, вот такие вот рокерские ботинки. Итак, я вот смотрю, что их можно расположить чуть-чуть пониже, например, либо... Да нет, нормально, нормально смотрится, только, скорее всего, они-то должны быть выше. В данном случае выше ног, чтобы было красиво. Вот в таком ключе. Теперь эту ногу тоже завязываем, встаем на нее, проверяем, что это она. Она и через инструмент жесткой привязки тоже завязываем. Остался обзавестись кистями, и все готово, руки. У нас еще есть рты, носы, также можно их будет добавить. Итак, руки, вот. Одна из рук появилась здесь. Масштабируем ее до размера персонажа. Вот в таком ключе. Разворачиваем соответствующим образом. И размещаем там, где рука. Итак, разместили одну руку. И несложно догадаться, что вторая рука будет создана тоже через дубликат слоя. Переместили сюда и чуть развернули. И вот вторая рука готова. Теперь руки нужно тоже завязать, соответственно, на свои кости. И смотрите, вот эта рука, наверное, получше смотрится, чем вот такое соединение. Поэтому давайте руку, вторую вот эту, разместим выше. Выше руки. Ну вот, примерно так. То есть здесь варианты подправить кусочек вектора, это вы уже сделаете сами. То есть главный концепт, абсолютно сделан концепт. Итак, эту руку привязываем на эту кость. А эту руку, проверяем, что это она, привязываем вот сюда. Отлично, все привязали. Теперь можно добавить носы, рты. Но я думаю, что вы сделаете это сами. То есть, давайте еще по ртам пройдемся, потому что это, наверное, ключевой момент тоже рты. Часто у людей возникают вопросы, как сделать рты. То есть, надо какой-то набор ртов, но вот он иногда не получается. И смотрите, так, куда они там пропали у нас? А их нужно просто выше слоем расположить, вот в таком ключе. И вот такие у нас рты получаются. В данном концепте персонажа, у которого борода, рот, естественно, не подходит. Но если мы заменим на другой, то здесь рот идет более мультяшно. И у чувака с бородой можно анимировать, сейчас вот расположим там какой-то из этих, можно анимировать вот именно вот эту зону разреза между бородой. И тогда создавать иллюзию, что он говорит, и расположить просто вот этот ротик. Если бы у нашего чувака не было бы бороды, вот, сейчас мы ее отключим, вот, то, кстати, у нас
такой получается, чувак тогда без бороды сразу совсем поменялся и стал другим, то здесь уже вы можете прям пройтись по фазам, которые вам заготовили, и сложить из них соответствующие фазы рта персонажа, которым он будет говорить. Это 7-8 фаз ртов персонажа. И вот получается уже такой совершенно другой чувак без бороды. И самое главное, что этот персонаж сразу настроен и сразу ходит. То есть, смотрите, я перешел в любой кадр и начинаю его анимировать. Смотрите, все прекрасно двигается, ноги двигаются, персонаж ходит. Персонаж ходит вот за эти контроллеры в данном случае. Ну, это, опять же, как вы сделаете, так оно будет ходить. Руки также прекрасно работают, перетаскиваем руки за соответствующие кости. Да, все прекрасно работает, тело нагибается, да, и все прекрасно работает. Голова также со всеми своими частями привязана. То есть, если вам нужен немножко другой риг в ногах, вы его можете спокойно переделать. Например, изменить здесь виды контроллеров. То есть, вот это нафиг поудалять, например, и сделать, например, так, как я чаще делаю в уроках. То есть, вот в таком ключе. Эту кость перенести сюда и переназначить немножко. То есть, смотрим имя кости B23 и встаем на эту кость и говорим target B23. А вот с этой косточки таргет мы снимаем, потому что, ну, стопа должна отдельно контролироваться, поэтому лучше всего делать даже так. Опять же, это вы все знаете по базовому уроку. Поэтому смотрим на имя этой кости, 24-е, с этой кости снимаем таргет, не нужен он здесь. А вот здесь поставим 24-е. Это мой вариант. Если вы хотите использовать вариант, который уже готов, да, пожалуйста, используйте, он тоже хороший. То есть, а я привык с таким вариантом анимировать персонажей. И вот наш персонаж уже готов, и видите, ступня по умолчанию не отваливается, это очень удобно. А потом уже можно, если что, и со ступней поиграться, и только не этим инструментом, и проконтролировать ее соответствующее движение. И подровнять соответствующие точки вектора, если это необходимо. Вот в таком ключе быстро создаются персонажи. Ну что, друзья, на этом я завершаю эту презентацию. Я надеюсь, те персонажи, которых мы для вас создаем, они вам полезны, и на основе их вы создаете классные мультфильмы. Действительно, здесь не одна неделя убита, чтобы создать весь этот концепт, создать общий костяной скелет, который бы удержал очень много частей тела через обычные привязки. Это очень крутая идея и очень хорошо реализована. Тем самым мы можем создать абсолютно любой мульт, либо офисных чуваков, либо пляжных чуваков, либо каких-то рокеров, либо другие виды персонажей. А если вы еще немножко тела измените сами, помимо тех заготовленных, которые у нас есть, так вообще можно создать все, что угодно. То есть все основные фазы глаз, рта, рук, они перечислены и вам доступны. Ну что ж, все наши курсы, уроки и разработки доступны на нашем сайте в разделе курсов, в данном случае в подразделе «Готовые настроенные модели и персонажи». Открываете подробное описание курса не к этому, а вот к тому, который я презентую, и там будут отдельно представлены тела, которые на данный момент есть, которые вы можете отдельно приобрести, и концептом представлен весь набор ртов, рук, ног и всего остального, что мы повесили на персонажа. То есть это приобретается отдельно, а тело приобретается к персонажу отдельно. То есть вы выбираете, например, одно либо два тела, как хотите, и отдельно набором все остальное. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание и до встречи в новых уроках. Пока!